10 мая на территории Дворца культуры города Каспийска состоялся пикник для людей с ОВЗ, приуроченный ко Дню Победы. Организатором и инициатором встречи является помощник главы Арсен Базаев, который решил устроить для этой категории граждан настоящий майский отдых. Я хотел бы огромную благодарность объявить нашему уважаемому другу Арсену Базаеву, потому что он очень много работ сделал по городу Каспийска. Я в других городах не видел столько работы, сколько они делают. За праздничным застольем участники обсуждали вопросы здоровья, планы на будущее, а также проделанную работу в Каспийске по доступной городской среде. У нас, во-первых, появилась возможность ходить по городу, гулять. Есть пандусы. Почти 70 пандусов в городе сделаны. Парк Халилова раньше невозможно было проехать, даже пройти с помощью. А сейчас я с такой дали еду по парку, гуляю без никакой помощи. Без никакой помощи. Очень благоустроено. Рамазан Гасанов прикован к инвалидной коляске уже много лет. За последнее время, утверждает респондент, он наблюдает положительную динамику развития инфраструктуры для маломобильной категории граждан в Каспийске. Однако, по словам мужчины, им бы хотелось видеть в парке специализированные санузлы для инвалидов и оборудованное помещение для проведения досуга в холодное время года. Мы смогли собраться. Есть парк, есть где-то там места, где можно посидеть, пляж. А вот зимний вариант собраться инвалидам нам еще не решено, это вопрос. Как отмечают люди с ОВЗ, подобные встречи для них очень важны. Ведь живое общение всегда настраивает на позитивный лад, дает стимул и мотивацию.